Как сообщалось ранее, по результатам областного соревнования среди лучших тружеников сельхозпредприятий, задействованных на весенне-полевых работах, Михаил Анатольевич Чижиков из открытого акционерного общества «Ведренская агро». 13 июня Михаил принимал поздравления от Елены Дмитриевны Юриненок, начальника управления по сельскому хозяйству Витебского мясокомбината. Я приехала в район поздравить механизатора, занявшего второе место в областных соревнованиях по проведению весенне-полевых работ в номинации «Проведение полевых работ на сеялке АПП-6». Вместе с Инной Григорьевной Шубановой, заместителем начальника управления сельского хозяйства и продовольствия, с Владимиром Сергеевичем Пушновым, директором открытого акционерного общества «Ведринская агро», Елена Дмитриевна побывала в поле, вручила диплом Михаилу Анатольевичу Чижикову и денежный сертификат. Сразу после награждения мы поинтересовались у Михаила Анатольевича, какие же чувства испытывает он после вручения награды. Рад, что мы так наградили, награды, диплом, сертификат качества. И хочу достигнуть еще лучшего места. Для этого я буду прилаживать все усилия. Очень доволен своим хозяйством, где работаю, и техника не подводит, и поля, ну, погода и условия хорошие были. Достойная зарплата. Мне моя работа нравится. Трудная земля, это точно важно, хорошо.